Всем привет, я снова с вами. Сегодня будет новое видео по Modern Combat 5. Будем здесь по стандарту две сетевых игры и, думаю, две компании. Ну, дальше как получится. Так, давайте сначала начнем с компании. Обычно начинаем с сетевых. Снайпер. Ну ладно, хорошо, допустим. Глядя на снайперские прицелы, не забывайте следить за состоянием здоровья объекта. Ну да. Угу. Пошло, поехало. Так, так. Пока что разгрузка. Прошу неделю начал уже сразу. С катки. Но надо будет подождать. Пока что. Глядя на возможность стали, сохраняйте спокойствие, будьте доброжелательны. Это всего лишь игра. Ну да. Напишите в комментариях, какие игры вы еще хотели бы увидеть на моем канале. Ну, а мы начинаем миссию. Так, наушники сейчас. О, все, хорошо. Вот так. Что мне нужно сделать? Кто еще стреляет? Сколько? Опа-на. Теперь я знаю, как пускать в баке. Так, кто где? А, тепловизор. У меня есть тепловизор. Ну, хэдшот. Кто? Что? Что? Где он? Я его не вижу. Так где он? Я его не видел. Что он там делает? Ну, первый вот, я уже чуть-чуть запомнил. Пил. 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 А, вот он что. Пил. Так. Пока что вроде никого не видно. О. Ну. Ну да. Как-то так. Следующее будет, наверное, сетевая, потом опять компания, и потом опять сетевая. Ну или попробуем поиграть в море, я не знаю, что там будет. Опять загрузочка. Сыграйте еще один матч, ведь это может принести вам кредиты, которые вы иначе бы не получили. Ну да, ну да. Сейчас как раз будем играть в сетевую игру. Попробуем занять топ-3. Как минимум. Давайте сетевую игру. Погнали. Ебай. В солдатской лиге вы будете играть с игроками. Не знаю, знаю. Так,
Членство в отряде дает специальные бонусы. Не забудьте вступить в отряд. Я знаю, но я не в отряде. Я, по-моему, ни в каком отряде, да? Не знаю, короче. Это так, я думаю, это не тактика не играет, тут просто раш и все. Тут не CSGO, не знаю, не Destiny 2. Тут нет тактики. Просто раш. Кстати, на моем канале в скором времени вы можете увидеть и CSGO, и Destiny. Все зависит от вас. Все. Это защита флага. Ох, прикольно. Стоп, а чё? Я знаю, другое оружие. Вот это. А, в смысле? Да, отлично. А как он знал, что там я? Я бросик. Так, мне надо взять по-бырому их флаг. И как это сделать? Я пока что не знаю. Вот наш флаг. А их, по идее, вот куда пока где их флаг? Мне показывает, что туда. Окей, значит, пойдем туда. Чисто, спокойно, мирно, никто меня не трогает. Просто сейчас возьму какую-то херню на палочке и уйду. Вам же это не сильно нужен, да? Тебе же он не сильно нужен, братишка, да? Ну зачем вы на меня идти? Он же не нужен. Что вы делаете-то? Дробовик для раша подходит. Еще до сих пор. Кто никого? А, они турели, а мы там просто смог. Все, трандец. Кто взял наш флаг? Наш флаг на месте? Отлично. Тогда я пойду. Что это за пол МП5? Теперь дробовик. Угу. Ну. Снайпер, да? Окей, хорошо. Значит, мы тоже будем так действовать. Пока счет 0-0. Ты офигел? Он офигел. В смысле, я целился, я в него стрелял. Что он делал? А я буду тоже тут стоять. Так вот, на шарту. Ладно, сейчас пойдем на мидл. Надо будет разруливать как-то сначала. Как-то может обхитрить, я не знаю, как можно обхитрить. Ну, конечно. Как он увидел меня? Он за коробками стоит, ребят. В следующей катке я беру снайпера, мне все равно. Ладно, пойдем не так, пойдем через шорт. Вот так вот обойдет. Псу! Кто? Кто? Скажите мне, кто? Ладно, не обращаю внимания. Наш флаг взят, но сейчас их будет. А я не дам ему это сделать. Я понял. Ну все, они сейчас понесут флаг. Ну все, мы уже ничего не успеем сделать. Как можно было его не убить? У меня союзники тупые. Не. Как можно было так протупить?
За 20 секунд я уже ничего не успею. Разве что с пистолетом только. Какой гад! Вы издеваетесь? Почему он со снайперкой постоянно ходит? Все, беру сейчас сетевую игру и беру снайпера. Бомбить немножечко. Не убил ни одного, но зато прокакал. Так, надо будет сейчас брать снайпера. Снайперкой. Сидеть там, и все. Блин, загрузка долгая, но сейчас будем рашить, думаю, все окей будет. Все-таки тафика нет. Не надо мне еще один новый режим. Давайте пойдем сюда, в нормальную сетевую игру. Дуэль, навигатор. Не, давайте поменяем вот этого чувачка. Меня сын, так. Не, вот этого чувачка хоть. То есть мне не нужен. Мне нужен снайпер. Как мне организовать снайпер? Разведчик. О, все, отлично. Все, сейчас сетевая игра. У Серебряная лига, кстати, подняли. Классно. По-моему, еще вчера. Играли когда-то. Да. Так. Сейчас быренько загрузится и пойдем. Пойдем в крысу. В крысу, короче, убивать. Сидеть на каких-нибудь возвышенностях. В общем, как делают обычные снайперы. Так. Слишком долгая загрузка. Ну и ладно. О, понеслась. О, все загрузилось. Отлично, погнали. Ну что, народ, погнали. Сейчас надо разведать территорию. Ну да. Пошел я нафиг. Снайперы неплохо, когда я их прикрываю, но когда действуешь сам, немножко фигово. Ну типа сейчас вот как вот. То смысл. Оно его это. Бум. От снайпера хорошо, когда не прикрывают, а мое зарашить, а их прикрывают. Ладно, это ж типа не центр, да? Кто? Ну, ты всегда вот так посмотрим, потому что... Не знаю, есть читы на эту игру, я еще не знаю, не помню. Ну, 6-7, 7-6, плоховастенько, бум. А куда он побежал? Сюда? О, я прям за ним иду. Тут-то есть, тут-то там есть. О, привет, братишка. Где он? Его уже сделали, надеюсь?
Надо вот этих вот гадов, которые поверху лежат. Кто? Что случилось? Кто? Где? Такой. А, его убили. Ну, ладно, хорошо. 12-12. Неплохо. Неплохо, но. Надо, чтобы хотя бы было в нашу пользу что-нибудь. О, идеальное место для снайпера. Вот оно. Сидишь такой. Во. Да. В смысле, почему слипик? Почему не я? Что происходит? Так это даже не наш. Ничего не успел. О, счет нашу пользу. Уху! Но я медленный со снайперской вид. А как так быстро? Он не смог быстро так среагировать. Он, мне кажется, я обнаружил читера. Маленького такого. Отлично. 2 кило. Ну и я, конечно же. Угу. Кто там? Сейчас порешаем. Хорошо, он стрелялся. О, чувачок, отлично, с двойганами. Вечный свет, кстати, порушка у него. Меня нету. Меня почти вся выкладка прошка была. О, отличный счет. Огромный в нашу пользу. Я не знаю, как другие люди стреляют без прицела, я не могу так. О, ебой. Мы выиграли. Уху! Мы заняли, да, в тройку ушли. У нас был младший артиллерийский мастер сержант. Ебой. Ну, сейчас будем выходить. Дайте, да? И осталось нам по компанию пройти еще одну. Прошлая миссия, кстати, была забавная, мне понравилась. Тактейшн, тактейшн. Так, будем сейчас. Сейчас загрузиться будем, наверное, компанию одну пройдем. И на этом будем завершить, потому что уже и так 19 минут. Два вот компания и спецназ. Что нужно третье? Зачистить в истории. Угу. Ну тут уже такое задание более страшное. Ну там если зачистить кнопку, то у нас будет стопудово граната, и можно будет использовать гранаты. Главное, чтобы того жирного не было. Помните, в прошлой серии меня просто напухало. Ну вот, надо же не спешите на заданиях по штурму и посещению. Оставьте руки. Ну да, надо будет аккуратно играть.
Ну вот уже как 2 минуты. Ой, 20 минут снимаем. Все, сейчас компанию пройдем. Что мне нужно будет сделать? А, это такое же задание? А, вы не обезвредили бордюшов. Ну хорошо, спасибо. Я понял. Отлично, так, все, готов. Чисто. Пипец, а кто? Да в смысле? Ну все, если я сейчас не пройду... Лол. Надо вот этого убить, главное. Твои офигели. Ну все, но я дальше не могу. Ладно, сложная миссия. Ну и на этом все у нас, дорогие друзья. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.